Так, а вот ваше знаменитое тату, про которое все пишут, оно одновременно с оберегом появилось или нет? Я не буду просить показывать, потому что его все видели. Я понял, да. Вы знаете, она, может, даже пораньше. Может, даже пораньше. Ну, что же, это же тема языческая, да, вот это? Вы знаете, да, дело в том, что есть наша история, да, есть наши войны, есть какие-то знаки, и вот это... Славянский знак, который, я не знаю, дает мне какую-то энергию. Это, ничего плохого в этом не вижу. Просто некоторые начинают как-то, ну, по-своему говорить, решать, вот ставить противовес христианству, там еще чего-то. Я вообще считаю, что мы должны быть дружны, должны быть вместе. И не любая вера, какая бы она ни была, она не несет ни зла, ничего плохого. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале Москва 24.